Включите свет. Проводка оборвана. Пригласите эксперта, позовите понятых. Лейтенант Боев, добрый вечер. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, за беспокойство. Не могли бы вы вместе со мной пройти в соседнюю квартиру в качестве понятого? Понятого? Ну да. Одну минуточку, сейчас. Лейтенант Кузнецов, добрый вечер. Вы извините меня, пожалуйста, за беспокойство. Вы не могли бы пройти в соседнюю квартиру в качестве понятого? Понятого? Ну да. Конечно, конечно. Минутку. Проходите. Только не пугайтесь. Вы знали этого человека? Я следователь Филиппов. Да, это Павел Павлович. Вот, возьмите. Мой сосед. А что? Он умер? Смотрите, кровь на углу стола. Да. Точно такие же ключи были у убитого в кармане. Да. Вроде такие же. Сберкнижка. 1000 рублей. Посмотрите. Интересно. Оказывается, хозяин был нумизматом. Как все аккуратно разложено, пронумеровано. Судя по номерам, первых трех коробок не хватает.
Да, хороша машинка, хороша. Ну что, купил все-таки Кленов, а? Нет, подарили. Кто? Двоюродный дядя? Угадал, двоюродный, тот самый, который тебе ту дачу подарил. Вы, оказывается, родственнички. Здравствуйте, Константин Георгиевич. Спасибо, что приехали. Добрый день, Лидия Васильевна. Впрочем, какой же он добрый, печальный день, печальный. Познакомьтесь, друзья Павла Павловича. Вот АК. Смирнов. Плановый отдел. Очень приятно. Наш главный технолог. Кленов. Завскладом. Царьков, Петя. Угу. Снабжение. Орлов. Прошу. Пожалуйста. Девять дней прошло с тех пор, как нелепая трагическая смерть вырвала из наших рядов замечательного, полного энергии и сил нашего товарища Павла Павловича Львова. Мы, его сослуживцы, мы, сотрудники министерства, ценили, знали Павла Павловича как опытного, преданного своему делу специалиста, принципиального и честного работника. Именно эти качества позволили Павлу Павловичу занимать тот ответственный пост директора фабрики, который он занимал на протяжении многих лет. Именно эти качества служили верной гарантией того, что там, где за дело берется товарищ Львов, там всегда по всем показателям будет выполнен план, там всегда будет дружный, сплоченный коллектив. Мы не сомневаемся, что убийца будет пойман и сурово наказан. Но никто нам не сможет вернуть нашего замечательного друга, Павла Павловича Львова. Так хорошо говорили, Константин Георгиевич. Большое вам спасибо за все. Ну что вы, что вы, я всего лишь исполнил долг. Покойный был мне другом. А вам, Лидия Васильевна, я хочу выразить особое свое сочувствие. Павел Павлович всегда к вам относился с огромным уважением. Я надеюсь, в квартире у Павла Павловича было все чисто? Да, там ничего не нашли, кроме сберкнижки. Крупный вклад? Нет, пустяки, около 1000. Откуда это известно? Одним из понятых случайно оказался наш человек. Ну, вы его сейчас видели. Такой пожилой, с усиками. Он сосед Павла Павловича по дому. Что на фабрике? Переживают. Я не про то. Не беспокойтесь, все тихо. Это самое главное. Если что, на работу мне не звоните. Вы мой домашний телефон знаете? Конечно. Это чей же такой? Это Кленова, нашего главного технолога. Чем же ему отечественные машины не хороши? Никакой скромности. Да, мы уже ему говорили. Да. Домой? В министерство.
Откровенно говоря, чувствую себя виноватым. Ну да. Ну ведь не привези я тогда в тот вечер Павлу Павловичу деньги. Кто знает, был бы он сейчас жив, сидел бы здесь с нами за этим столом. Интересно, Сень, зачем ему с нами сидеть на своих собственных поминках? Слушай, ты зав складом, ты давай не остри. Во-первых, не поминки, а девятины. И потом я выражаюсь фигурально. Все же знают, что убили Павла Павловича из-за денег. Ой, ну кто мог знать, что у него в доме такие деньги? Случайно? Ой, Оленька, да я все понимаю, что случайность. Все равно чувствую себя виноват. Лидия Васильевна. Друзья, на нас обрушилось огромное несчастье. Мы потеряли товарища и руководителя. Но есть среди нас женщина, которая потеряла не только товарища, но и самого близкого человека. Мы знаем, как высоко Павел Павлович ценил Лидию Васильевну, как дорожил ее любовью и преданностью. Они не были зарегистрированы. Но такие союзы не нуждаются в формальной регистрации. Я признаюсь, старый вдовец всегда завидовал их взаимоотношениям. Их любви с большой буквы. Павел Павлович многие годы был счастлив с вами. И пусть это хоть немного смягчит боль вашей утраты. За вас, Лидия Васильевна. Лидия Васильевна. За Лидию Васильевну, друзья. Лидия Васильевна, позвольте, я вам предложу вот этот салат. Хозяина жалко. Хозяина жалко, а денежки еще больше. Давайте ваш тарелку. Постойте, постойте, постойте. А что, если наши деньги вообще никто не крал? Что, если их Павел Павлович спрятал просто в квартире? А? Это исключено. Тогда их нашла бы милиция. Они там каждый уголок обшарили. Я там был, сам видел. Интересно, Борис Петрович, как это вы ухитрились стать понятым? Ловко это у вас получилось. При чем тут ловкость? Нам известно, что моя квартира находится рядом с квартирой покойного. Они пришли и сами попросили меня быть понятым. Вежливо попросили. Я, разумеется, согласился. Действительно, это вышло кстати. Но не для меня, а для вас. Почему только для нас? Потому что, в отличие от вас, молодой человек, я лицо не ответственное. Ни юридически, ни материально. А то, что Павел Павлович иногда пользовался моими советами, советами человека, который 30 лет проработал ревизором и разоблачил не одну дюжину жуликов, да? Так в этом ничего криминального нет. Я, друзья, нигде не работаю, никем не руковожу и, следовательно, ни за что не отвечаю. Ну, хозяин, между прочим, вам неплохо платил. Вам, значит, платил. Не платил, а благодарил за советы. Ну, я не об этом. Друзья, в диалектике есть такое понятие. Единство противоположностей. Иди диалектика, а иди мы. Царьков. Так вот, с одной стороны, то, что ваши деньги украли, это плохо. Ну, еще бы, еще бы. А с другой стороны, представьте себе, что убийца Павла Павловича денег в квартире не нашел, но их нашла бы милиция. Это было бы хорошо. Если б деньги там были, нас здесь уже бы не было. Выходит, мы этому бандиту еще должны быть благодарны. Ой, не нравится мне ваша диалектика, не нравится, не нравится. Это было крайне неосторожно с вашей стороны. Вести такие деньги Павлу Павловичу домой. Да что, я в первый раз так делал, что ли?
Привозил и ничего, обходилось. Хорошо, что хоть еще авария случилась на обратном пути, а то бы... Да, могу себе представить. Ты без сознания, а у тебя в кармане деньги. В кармане. 50 тысяч в кармане. Они у меня в чемодане лежали. 10 вот таких пачек. Я как очнулся, сразу подумал, слава богу, что хоть чемодан уже у хозяина. Да, неплохую дачку отгрохал себе наш Сенечка, а? Да. С размахом. Я бы купила такую. Не вздумай. Сейчас осторожные люди продают такие дачи, а не покупают. Ну, осторожнему его Федору трудно найти. Он Волгу-то побоялся купить, еле на Жигули уговорила, и то оформил все на имя своей мамы. И правильно сделал. Он, Павел Павлович, 20 лет отъездил на стареньком москвиче. И ничего, не стеснялся. Береженного Бог бережет. Да, да не уберег. Ну, надо же, за один день и столько несчастья, а? Павла Павловича убили, и Сеня с Клавой чуть не погибли. Да, Орлов-то легко оделся, а вот жену его жалко. Теперь она долго из больницы не вылезет. Да, наверное, долго. Вообще, гусярец, мужское дело. Федор! Да не зови ты их. Наши мужчины на это дело не способны. А вот Павел Павлович делал все сам. А ты откуда знаешь? Да так, говорят. А чего Митя Березин не приехал, не знаете? Его следователь вызвал. Да что это следователь? Среди нас убийцу, что ли, найти хочет? Все, допрашивает, выпытывает. А тебя-то чего? Тебя всего один раз вызвали. Зато Федю моего просто затаскали. Ну, следователь меня спрашивает, когда я видел хозяина в последний раз. Я честно отвечаю, часов 6. Он так дотошно переспрашивает. Скажите, часов 6 или в 6 часов? Ну, а что мне скрывать-то, нечего? Вы знаете, говорю, товарищ следователь, я ведь на часы не смотрел. Здорово ты его. Ну, а он что? Ну, чего, спрашивает, где виделись, дома или на работе. Я думаю, сказать, что на работе. А вдруг он знает, что я заезжал к хозяину домой? Ну, отвечаю, вы знаете, я работаю экспедитором по снабжению. Ну, часто выезжаю в командировки. В воскресенье должен был поехать в командировку. Поэтому в пятницу вечером я заехал к товарищу Львову домой, чтобы подписать кое-какие, ну, документы. А следователь знал, что когда ты заходил к хозяину, тебя в машине ждала твоя жена? Конечно, я же сам ему сказал об этом. Он прекрасно знал, что мы вместе попали в аварию. А Клава знала, зачем ты поднимался к хозяину? А кто это Клава? Это его жена. Разумеется, нет. Я что-то не пойму, что ты спрашиваешь? Понимаешь, ведь следователь может навестить твою жену в больнице и поинтересоваться, сколько времени ты был у хозяина. Ну и что? Если ты был у него достаточно долго, то он может предположить, что ты и разделался с хозяином. Слушай, ты что? Ты что, бредил, что ли? Да я пробыл там ровно 3 минуты. Угу, да, отдал деньги и тут же до свидания. И хозяин за 3 минуты пересчитал 50 тысяч. Да хозяин никогда не пересчитывал деньги, когда привозил их я. Да-да-да, он просто бросил чемоданчик в шкаф, вот и все. Ну ладно, будет вам. Орлов привез деньги в 6 часов, а убили Павла Павловича значительно позже. Это при мне сказал эксперт. Да что ж я, по-вашему, Сеню, что ли, подозреваю? Я просто хотел показать, как легко повернуть это дело. Прошу к столу. Ох, летят тетки и 2 гуся. Березин приехал. Садись, Мить, садись.
Сейчас мы ему штрафную закатим. Я за рулем. А у тебя, Царьков, вечный праздник. И правильно. Жизнь, Митя, надо любить. Вот я лично ее люблю. И надеюсь, что это взаимно. Хватит, Царьков. Березин, почему так долго? Это не от меня зависит. Да ешь, Митя, ешь, ешь. Ну и чем следователь интересовался? Всем понемногу. А конкретнее? Спрашиваю, в каких отношениях я был с Павлом Павловичем. А вы что? Сказал, ни в каких. Он директор, а я просто экспедитор. О чем еще спрашивал следователь? Еще интересовался, бывал ли я у Павла Павловича дома. А вы что? Сказал, что время от времени чинил директору машину. А потом пригонял ее к нему домой. Ну, насчет машины ты зря. Подчиненный чинит начальнику машину. Хозяин могут просто обвинить в использовании служебного положения. О, ну? Этого обвинения покойный должен бояться больше всего. Не кощунствуйте. Дальше что? Спрашивал, что, по-моему, могло заинтересовать у Павла Павловича грабителей. А вы что? Но почему я должна вытягивать из вас каждое слово? Я говорил все так, как мы с вами договаривались. Я сказал, что слышал, будто у Павла Павловича была коллекция старинных монет. И что, возможно, говорю, его из-за нее и ограбили. Ну, молодец. Фабричными делами интересовался? В общих чертах. А именно? Спрашивал, в чем состоят мои обязанности. Я объяснил. Сопровождаю готовую продукцию на базы. На какие базы спрашивал? Конечно. Я ответил. Это легко проверить по накладным. С накладами у нас все в порядке. Митя, как вы думаете, судя по его вопросам, он догадывается о наших делах? Да. Это вопрос самый существенный. Думаю, не догадывается. Его интересует одно. Кто убил Павла Павловича? Ну, про нас он спрашивал. Про меня, например. Только про тебя и спрашиваю. Ну, чего ты ко мне пристал? Следователь из меня 2 часа душу выматывал. Теперь вы все навалили. Ну, все, 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 Митя, успокойся. Ну, действительно, ребят, что вы в самом деле? Дай человеку отдохнуть, человек с дороги устал. О, Митя, пойдем, давай, пойдем с тобой наверх. Сейчас телевизор включим. Кстати, футбол же сегодня. Заходи, дорогой. Чего психуешь-то? Может, у следователя чего ляпнул? Ничего я не ляпал. Просто надоело всего бояться. А ты не бойся. Расслабься. Кто играет? Это нарушение. О! Что значит оторваться от жизни? Наша олимпийская с поляками. Наслаждайся! Что с мужчинами стало? Сплошные неврастенники. Березин такой крик поднял на ровном месте. И мой Федор тоже не лучше. Единственным настоящим мужчиной среди всех был Павел Павлович. Если не считать, конечно, Бориса Петровича. Вот что, дорогие, я думаю, что пока идет следствие, вашу деятельность надо законсервировать. Временно, без паники. Да куда старую продукцию девать? Вы знаете, сколько у нас в складе излишков скопилось? Вдруг ревизия? Царьков прав. Вы же знаете, Борис Петрович, что третий цех каждый месяц выдает 1000 сверхплановых, нигде не заприходованных рубах. Ну мы же не можем их держать долго на складе. И на время прекратить выпуск тоже не можем. Почему? Да для этого же нужно остановить цех, меняя технологию. Ну-ка. Ну, в таком случае надо сбывать продукцию
так же, как и при Павле Павловиче, и делать это оперативно. И кому сбывать? Все ниточки были в руках у Павла Павловича. А разве не Митя был связан с клиентом? Да какой там Митя? С ними договаривался сам Павел Павлович, а Митя только отвозил готовую продукцию. А теперь они с нами разговаривать не станут. Клиенты тоже люди осторожные. Тогда вы сами с ними договоритесь. С кем? Я наших клиентов в глаза не видел. Позвольте, а как же вы деньги от них получили? Через посредников. Ну что вы? Павел Павлович был осторожный человек, он сумел соблюсти конспирацию. Операция на нашу голову. В общем, соображайте, куда девать продукцию. Да. Слушай, Сень, а может ее втихую сюда, на твою дачу перевезти, поглубже закопать, пусть гниет. Да, пусть гниет, только на твоей даче. Какая прелестная вещь. И должна быть дорого стоит. Откуда у вас эта штучка? Феденька подарил. Да, я подарил. А что, хороша? А? Замечательная вещь. Когда ты ей подарил? На день рождения. А день рождения у Ольги когда? Ну, это секрет. Нет. Да уж мне скажи, когда у твоей жены день рождения? В мае. А что? А то, что ты не мог подарить ей эту брошку в мае. Это почему же? А потому что в мае эта штучка лежала у меня дома. Месяц назад тоже была у меня. Так что лучше честно скажи, где ты ее достал. Хорошо, я сама скажу. Эту брошку я достала по случаю. Я за нее заплатил. Сказал, что это мой подарок. Я узнала от одних знакомых, что очень срочно, выгодно продается брошка. Всего за 5000. И мне предложили ее купить. На 5000? Кто ж предложил? Ну, а это уж мое личное дело. Нет уж, извини, не твое. Чего ты в конце концов привязался к моей жене-то? А ты сиди! Вот и все как получается-то. Эту рыбку я сам продал. Павел Павлович, понятно? Ну и что? Ты ему продал, он другому. Очень просто. Нет, не так уж все просто. Хозяин давно уже заприметил мне эту рыбку. И все просил уступить. Но я не соглашался, а потом согласился. И уступил. За 10000. Я только не понимаю, при чем здесь вся эта история? А при том, что принес я эту рыбку Павлу Павловичу 9-го в пятницу. 9-го? Тот день, когда его убили? Вот именно в тот самый день. Так что перепродать ее он никому бы уже не успел. А купить ее Ольга могла только у того, кто ограбил хозяина. Ольга, вы должны объяснить нам, кто продал вам эту брошь. Царьков прав. Да что вы слушаете, Царьков? Мало ли одинаковых брошек? Да действительно. А это легко проверить. У моей брошки на обратной стороне выгравировано две буквы В и Д. Что они означают? Я не знаю, когда брошка у меня была, там уже были буквы выгравированы. Да что вы все от меня хотите? Я немедленно ухожу отсюда. Ольга! Покажите брошь. Ну покажи, да покажи ты им эту проклятую брошку. Покажи. ВД. Ну, я же. Как вы это объясните? Хорошо. Хорошо, я объясню. Эту брошку мне продал сам Павел Павлович. Интересно. За 5000? Нет, за 10. Как это за 10? Ты мне сказала за 5! Сказала, потому что 10000 ты бы пожалела. Мне очень хотелось купить эту вещицу. Ну, между прочим, мы с тобой не миллионеры. Ей хотелось, мало ли что тебе хотелось. Я так и знала, что ты устроишь истерику, когда узнаешь, сколько стоит эта брошка. Нет, я все-таки не понимаю.
Когда хозяин успел продать себе брошку, я ее принес на работу в 5. А он мне продал в 6. Иди. Ну, естественно, не на улице, а дома. Погодите. В 6 часов у Пал Палыча был Сеня. Он как раз привез деньги, так ведь? А я знаю. А? Да. Знаю, что у него был Сеня. Я в это время находилась в соседней комнате. Я догадывался об этом. Почему? Потому что в передней у хозяина висел ваш плащ. А, поэтому вы с Пал Палычем разговаривали так тихо. Не хотелось, чтобы я все услышала, да? Ну, разумеется. Нет, я все-таки не представляю себе, зачем хозяин так упрашивал меня продать ему эту брошку, раз через час он продал ее... О! Ольги! Ребят, что-то здесь не так. Перестаньте притворяться идиотами. Пал Палыч не продавал ей этой брошки. Стал бы он мелочиться. Он подарил ее. То есть как подарил? Такую вещь! Да. Как дарят любовницам. Особенно молоденьким и смазливым. Да какое же вы имеете право так говорить о моей жене? Да, Лидия Васильевна, вы не ошиблись. Это его подарок. Что? Это какой подарок? А что ж ты с меня деньги-то взяла, а? Тебя интересует материальная сторона вопроса, но я тебе отдам деньги. Да плевать я хотел на эти деньги! Я вот сейчас пойду и выброшу эту дрянь. Федя, ты с ума сошел? Там же темно, потом не найдешь. Отдай сюда! А я ее искать давай не сюда. Буду! Дай сюда, Федя! Не буду! Пропади она пропадом. Да. Если бы Пал Палыч знал, что вокруг его подарка разгораются такие страсти. Ну и что? Все равно он любил не вас, а меня. Не обольщайтесь, Оленька. Таких романчиков, как с вами, у Пал Палыча было по 5 штук в год. И каждый раз он возвращался ко мне. Ну, от меня бы к вам он не возвратился. Да, да если хотите знать, он предложил мне выйти за него замуж. Что? Тебе? Старый подонок. Это его счастье, что его убили. Да помолчи ты! Действительно, успокойтесь. Неужели вы думаете, что Пал Палыч взял бы ее в жены? Зачем ему такая жена? А вы думаете, что вы ему нужны были, да? Да если бы вы знали, как он хотел избавиться от вас, он сам не говорил. Милочка, а что ж он мог тебе еще говорить? М? Признаваться в любви ко мне? В этот день он хотел сказать вам, что собирается расстаться с вами. И я уверена, что сказал. Неужели? Я что-то такого не слышала. Да? В таком случае... Почему же вы его убили? Я убила? С таким же успехом я могу утверждать, что это сделали вы. Вы же были у Пал Палыча. Да. Но после меня там были вы. Разве не так? А вы откуда знаете? Когда я спускалась от него, я увидела, что вы поднимаетесь по лестнице. И чтобы не столкнуться с вами, поднялась этажом выше и слышала, как вы звонили в дверь. Мне незачем было звонить. У меня всегда были ключи от квартиры. Это я знаю. Пал Палыч говорил, что у вас есть ключи и что вы вот-вот должны явиться. Поэтому вы испугались и удрали. Да. Я предпочитала не присутствовать при выяснении ваших отношений и очень сожалею об этом. Останься я тогда у Пал Палыча, он теперь был бы жив. Ну. И чем же я его убила? Ножом, кинжалом или выстрелом из бесшумного пистолета? Нет. Когда он сказал вам, что любит меня,
вышвырнули в него пепельницы. Он упал и ударился об угол стола. Вот как это было. Интересно. Очень интересно. А потом вы увидели, что он мертв, и убежали. А впрочем, нет. Перед тем, как убежать, вы разбросали книги и бумаги. Одним словом, инсценировали ограбление, чтобы все подумали, что в доме побывали грабители. Минуточку. Минуточку, Ольга. То, в чем вы обвиняете Лидию Васильевну, требует доказательств. Они у вас есть? Да, есть. Вот вы, Лидия Васильевна, говорили, что у вас есть ключи от квартиры Павла Павловича. Можете вы сейчас их показать? Ключей у меня сейчас нет. А где же они? Они пропали. Я думаю, их вынул из моей сумочки Павел Павлович. Зачем же украсть ключи от собственной квартиры? Ну, а хотя бы для того, чтобы я случайно не застала его с этой женщиной. А я еще раз повторяю. Павел Павлович неоднократно говорил, что у вас есть ключи от его квартиры. И показать вы их не можете потому, что вы их потеряли там, возле трупа. Там их и нашла милиция. Это правда, Борис Петрович? Да, правда. Одна пара ключей была обнаружена у покойного в пиджаке, а другая лежала рядом с Павлом Павловичем в крови. И именно потому, что вы их там потеряли, дверь в квартире после вашего ухода осталась незапертой. Когда я уходила, Павел Павлович запер за мной дверь. Это я точно знаю. Но он не мог запереть. Он был мертв. Это бред какой-то. Почему вы позволяете ей издеваться надо мной? Да вы же как-нибудь сами разберитесь между собой. Борис Петрович, вы говорили, милиция установила, что Павла Павловича убили в начале 10-го. Да, в начале 10-го. А я ушла от Павла Павловича около 8. И это неправда. Федор, ты должен рассказать все, как было. Я приехал к Павлу Павловичу в 9:30. В 9:30? Зачем? Ольга принесла брошку и сказала, что в понедельник за нее нужно заплатить 5000. Потом она решила поехать на пару дней к маме в Харьков. Отправилась на вокзал. А я подумал, надо все-таки посоветоваться с Павлом Павловичем. Ну, стоит ли эта брошка 5000, не фальшивая ли она? И отправился к нему. Нашел с кем советоваться. Что ж он тебе сказал? Заткнись! Федь, продолжай. Ну, подъехал я к Павлу Павловичу, поднялся. Смотрю, дверь открыта. Вошел. Вижу, он лежит, вокруг кровь. Я испугался, убежал. Потом из автомата позвонил в милицию. Так это вы сообщили в милицию? Почему вы себя не назвали? Ну, почему, почему? Мне потом... Затаскали. Что, где, как? Федор, ты не сказал самого главного. Ну, а самое главное, когда я в 9:30 подъехал к хозяину, я видел, как Лидия Васильевна садилась в свою машину. 9:30? Это меняет дело. Но этого не может быть. Я ушла от Павла Павловича около 8. Какое-то недоразумение. И ключи у вас пропали по недоразумению. И время вы спутали по недоразумению. Я вспомнила. Господи, эти сумасшедшие дни. Вот как было. Когда я ушла от Павла Павловича, я зашла в парикмахерскую. И пробыла в парикмахерской 1.5 часа. Вы имеете в виду парикмахерскую, которая находится напротив нашего дома? Конечно. Лидия Васильевна, я очень сожалею, но вы не могли там быть. Эта парикмахерская уже больше месяца закрыта на ремонт. Ну, я там точно была. А я твердо знаю, что она уже давно закрыта на ремонт. Я даже собирался написать отвечерку. Может быть, мужской зал закрыт, а женские работы? Об этом я не подумал. Но это легко проверить.
Сеня? Да. Где у тебя телефон? Пойдемте, я покажу. Пожалуйста. Ну. Будьте любезны, дайте мне телефон парикмахерской на улице Левитана. Запишите. Товарищи. Леди, джентльмены. Если хозяин укокошил Лидию Васильевну, значит, наши 50 тысяч целы? А, Лидия Васильевна? Царьков, ты вообще-то думаешь перед тем, как сказать? Ты с кем разговариваешь? Что я такого сказал? Я только сказал, что во всем нужно находить положительные стороны. Диалектика. Я приношу свои извинения, Лидия Васильевна. Дамский зал в парикмахерской был открыт и в ту пятницу работал. Примите мои извинения. Ну вот, что я говорила. То, что парикмахерская открыта, ничего не доказывает. Лидия Васильевна могла пойти туда специально, чтобы обеспечить себе алиби. Ну что за ерунда? Из-за того, что у меня пропали ключи, меня обвиняют в убийстве. Ну, ключи — это только дополнительная улика. Ведь... никто после вашего ухода не видел Павла Павловича живым. Нет, видели. И как я упустила. При мне кто-то из наших позвонил Павлу Павловичу. И он велел, чтобы тот приехал в 8 часов к ним. Павел Павлович сказал мне, кто звонил. Но вы, конечно, забыли. Не мешайте, я вспомню. Позвонили примерно за полчаса до моего ухода. Павел Павлович сказал, что это не телефонный разговор, и что он уезжает куда-то до понедельника. Но тот, кто звонил, продолжал настаивать. И тогда они договорились встретиться в 8. Вспомните, кто бы это мог быть. Все, спеклись наши гости. По-моему, Павел Павловичу звонил Кленов. Может быть. Я что-то не помню. А я вспомнил. В ту пятницу ты был у меня, от меня звонил хозяину, и хозяин велел тебе прийти. Может быть. Но какое это имеет значение? Огромное. Вы же слышите, в чем меня обвиняют. Знаете, что я не виновата, и молчите. Откуда я могу знать, что вы не виноваты? Но вы же у Павла Павловича были после меня. Я не знаю, кто у него был передо мной. Не выкручивайтесь. Во сколько вы пришли по полчу? Ну, 8 часов. Вот видите? А зачем вы к нему приходили? По сугубо личному делу. Все? Да нет, не все. Мне вот, например, интересно знать, почему ты скрыл от нас, что было у хозяина в тот вечер. А почему я, собственно, должен... перед вами отчитываться. А? Где я был? Что я делал? Да а? Потому что у кого, у тебя-то лично были причины, чтобы не любить хозяина. Да? Да, он не раз говорил, что из-за тебя мы когда-нибудь погоримся.
А ты как назло делал все, чтобы привлечь к себе внимание. И что же я такого делал? Да что, таскался по кабакам, он сорил деньгами. Я уж не говорю про Сочи. А что Сочи? А что Сочи? В Сочи-то ты вел себя так, как будто ты какой-то нефтяной миллионер. Ну и что? Я ж свои деньги тратил, не ваши. Мне сбережения не нужны. Конечно. Теперь тебе Мерседес понадобился. Ты бы еще себе Rolls-Royce купил. Да и купил бы. Никто не продает. Ты ж себе дачу отгрохал, а? И у меня не спрашивал. Ты прекрасно знаешь, что эту дачу я получил в наследство от дяди. Конечно знаю! Я даже знаю, сколько ты заплатил, чтобы дядя признал тебя своим племянником и завещал тебе свой сарай. Ладно, хватит. Как бы то ни было, у меня все законно. Да, да. И не подкопаешься. А потом у меня дача стоит за забором, ее он никто не видит. А ты на своем Мерседесе мотаешься по городу. Внимание привлекаешь. Того и гляди, на ОБХСС нарвешься. Между прочим, Сеня прав. Даже Константин Георгиевич обратил внимание на ваш Мерседес и очень был недоволен. Понял? Что, вот и Константин Георгиевич, между прочим, мог бы десяток таких мерседесов купить. Константин Георгиевич коллекционирует, между прочим, камушки. Камушки? Да, 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 камушки. А я машина. У каждого свое хобби. Я хочу покататься на своем мерседесе и потратить свои денежки так, чтобы было потом что вспомнить долгими зимними ночами. Ну, до старости тебе еще далеко. Да я не о старости говорю, а о том, что ближе, о тюрьме. Фу, типа, тебе на язык. Что ты каркаешь? А денежки свои ты уже растратил. А иначе зачем бы ты просил у нас у всех взаймы на Мерседес? Кстати говоря, вот мне тоже непонятно. Где ты деньги достал? Никто из нас тебе их не одалживал. А ты откуда знаешь? Хозяин запретил давать тебе взаймы. Вот откуда. Я же тебе прямо сказал об этом в ту пятницу. Ты просил у меня в долг. Я сказал, что одолжил бы тебе, но хозяин против. Ты стал звонить ему, мол, хочешь приехать. Я тебе сказал, что не советую, потому что ты был злой и под газом, а хозяин не любит пьяных. Ты все равно поехал. Ой. Скажите, Клёнов, а между вами и Пал Палычем в тот вечер ничего не было? Как ничего? Был крупный разговор. А потом была драка, и вы нечаянно убили его. Я знал, к чему вы клоните. Я знал, чем закончится этот разговор. Нет, драки не было, и никого я не убивал. И ты можешь это доказать? Доказать? Разумеется, нет. Теперь вы понимаете, Лидия Васильевна, почему я не хотел говорить, кто там был после вас. Я ж знал, что будут подозревать меня. Да ладно, ты нам мозги-то не пудри. Если не ты ограбил хозяина, где ж ты взял деньги-то на машину? Мерседес, небось, 1030 стоит. А ему местком суду дал. Товарищ Царьков. Мерседес стоит 8000. У меня есть справка из комиссионного магазина. Справка? Да я, если хочешь, достану тебе справку, что вся эта дача 3000 стоит. Да-да, мы все тут в умные. Действительно, Клёнов, каким образом вы купили Мерседес? Вы же сами говорили, что сбережений у вас нет. А я продал свои «Жигули» и купил «Мерседес». Вас эта версия устроит? Не устраивает. Следователя не устроит. А для следователя у меня есть другие версии, очень убедительные. Следователи, они устроят. А вот вас вряд ли. Да что ты в самом деле? Никто не собирается тебя тащить к следователю. Мы понимаем, что ты не хотел убивать. С каждым может случиться. Федь, помолчи. Я не думаю, что каждый может убить человека, тем более такого, как Пал Палыч. Мне интересно, где наши 50 тысяч? Вот именно. Шутки-то шутками, но где наши деньги-то? Боюсь, что вы их не скоро получите. Да я сейчас как разгонюсь на Федькиных «Жигулях». Да как врежусь в твой «Мерседес», тогда будешь знать, как на наши деньги машины покупать. Ну ладно, ладно, врезайся, только не на моей даче. Да, и не на моих «Жигулях». Хватит.
Тебя возьми. Не дают благородный поступок совершить. Собственники несчастные. Он еще смеется. В то время, когда я был ревизором, люди тоже и крали, и грабили, и убивали. Но они понимали, что они поступают некрасиво. Он смеется. Убил живого человека и ведет себя так, как будто бы выпил стакан кефира. Кленов, вы понимаете, что вы убийца? Нет. Я никого не убивал. Тогда где же вы взяли деньги? Мне их одолжил один человек. Кто? Он попросил его не называть. Ничего себе, Аргуменьки, ну ты даешь. Мы вам, Кленов, не верим. Это вы ограбили Пал Палыча. Да, конечно. Вы, Кленов, страшный тип. Угу. Вы, нет слов, вы жалкий обманщик. А я Кленову верю. Это я одолжил ему деньги. Вы? Ну, хозяин-то не велел. Вот именно потому, что не велел. Назло, ясно? Вот так. Ну, знаете, Митя, я от вас этого никак не ожидала. Конечно, вы все привыкли. Митя, сделай то, Митя, сделай это. И безотказный Березин делает. Вас почертело. Постой, постой. Нас дурят. Если ты одолжил ему денег, зачем же тогда он приходил ко мне просить взаймы? Дебит-кредит-то не сходится. Да все сходится. Я к тебе приходил в пятницу, а Митя мне предложил деньги в субботу. Сам позвонил и предложил. Вот это человек. Не то, что вы. Жаль только, что я это сделал после смерти хозяина. И он не узнает об этом. Интересно было поглядеть на него, когда бы он узнал, что Березин начхал на его приказ. Ну, это все пустые слова, Березин. Ты припал Палчи и пикнуть бы не посмел. Это сейчас расхрабрился. Кстати, Митя, а где вы сами достали такую большую сумму денег? Там же, где и вы все. Из того же корыта. А поконкретнее? Вы, Борис Петрович, полагаете, что я, как экспедитор, левую продукцию развозил клиентам на общественных началах? Так, что ли? Ошибаетесь. Мне, как и вам всем, хозяин платил исправно. Ну, разумеется, у Березина были сбережения. Он же не шлялся по ресторанам. А какие неблагодарные люди, а? Да. Скажите, Митя, вы раньше, по-моему, жили на одну зарплату. А сейчас у вас машина, кооперативная квартира. Да. Раньше я ел хуже, зато спал лучше. Да раньше вы от зарплаты до зарплаты трешки до пятерки стреляли. А сейчас сотен не считаете. А кто вас научил деньги зарабатывать? Пал Палыч! Да если бы он меня научил зарабатывать, я бы ему по гроб жизни благодарен был. Он меня воровать научил. А мы не воруем. Мы советским покупателям ежемесячно 1000 рубах сверх плана выдаем. Может, ты, Федя, ждешь, что тебя за это почетной грамотой наградят? Конечно же, мы воруем. Я технолог придумал, чтобы из куска пару лишних рубах выкроить. Ты, ОТК, не замечаешь, что рубахи подрублены на 0,5 сантиметра короче. Бухгалтерия следит, чтобы лишние рубахи по документам не проходили. Ну и так далее. Все мы воры. Я лично пенсионер. Все мы воры. Ну если все мы воры, а вы, Березин, такой честный, почему же вы с нами спутались, да? В том-то и дело. Почему? Очень мне не хотелось с вами связываться. Царьков давно ко мне подкатывался, намекал, но я все отказывался. Было такое, Царьков? Однажды пропало у меня 2 тюка с товаром. И главное, нигде ни на минуту не останавливались. А приехали, тюков нет. А это же суд. И тут Пал Палыч меня выручил. Велел переписать накладные, чтоб все сходилось. Лидия Васильевна об этом знает. Конечно. И стал я вечным должником хозяина. И рад был выполнить любую его просьбу. И выполнял. Правильно сделал. Хозяин тебя, между прочим, от тюряги спас. Да.
Три года я так потратил, старался. А на днях узнал, что номер-то Стюками подстроил самый спаситель и благодетель. Это каким же образом? Очень просто. Я подписал одну накладную, а за вскладом мне незаметно подсунул другую. И кто же вам рассказал такую невероятную историю? Сам Царьков. Выпили, разговорились, он и похвастал. Во-первых, это вранье. Во-вторых, неправда. Может, я по пьяни что-нибудь и наболтал. Вообще не может быть. И тогда я сказал себе, что хозяин еще пожалеет о том, что тянул меня в это дело. Значит, отомстили? К сожалению, не успел. Нет, молодой человек. Успели. Я же все видел. То есть как видел? Собственными глазами. Я видел, как он в тот вечер подъехал к нашему дому. Это было? Было. Я даже могу назвать время. Это было в 20:45. Видите, этот юный циник запомнил даже точное время. Ну так вот, молодой человек, несколько минут вы сидели в своей машине, курили, нервничали. Вы даже видели, что я нервничал. Да нет, я видел, что вы курили. А когда нервничают, обычно курят. В бытность мою ревизором, я всегда знал, что если пепельница полна окурков, значит, ревизуемые нервничают. А раз они нервничают, значит, у них рыльца в пушку. И однажды я таким образом разоблачил очень... Борис Петрович, не отвлекайтесь. Вы говорили о Березине. Да, Лидия Васильевна, я прекрасно знаю, о чем я говорил. Так вот, молодой человек, некоторое время вы сидели в своих «Жигулях», курили, нервничали, потом вошли в дом, но скоро вернулись, поспешно сели в машину и уехали. И вот пока вы были в доме, вы успели убить и ограбить Павла Павловича. А чтобы не держать украденные деньги дома, вы на следующий день одолжили их Кленову. Вы же признались, что Митя по собственной инициативе позвонил вам и предложил деньги. Гляди-ка, как все сходится-то, а? Ай да Митя, вот от кого не ожидал. Да, старик, нехорошо получается-то, ну, некрасиво. Ну ладно, с Павлом Павловичем ты счеты сводил. А мы здесь при чем? Зачем ты наши денежки присвоил? А? Ерунда все это. Я твердо уверен. Рука руку моет. Еще бы. Борис Петрович, вы точно видели, как я выходил из дома и как садился в машину? У вас хорошее зрение? Достаточно, чтобы разглядеть вас и ваши «Жигули». Значит, вы видели, что у меня было в руках, когда я садился в машину? Да, конечно, видел. У вас в руках ничего не было. Совершенно верно. У меня ничего не было в руках. Но в таком случае, как я вынес чемодан с деньгами, да еще коробки со старинными монетами? Не мог же я это сделать так, чтобы вы не заметили. А зачем вы вообще заходили к Павлу Павловичу? И почему вы были всего несколько минут? Хозяин попросил меня заехать за ним и отвезти его на Ленинградский вокзал. Он собирался на пару дней поехать в Ленинград. Я подъехал, подождал, увидел, что его нет, и поднялся к нему. Но хозяин сказал, что поездка почему-то отменяется, и я уехал. Вот почти и весь наш разговор. Допустим, все это так. Но вы ж могли Павла Павловича убить после этого разговора. Мог бы, мог, но не сделал этого. Борис Петрович, по-моему, уже убедился, что я хозяина не грабил. Значит, вы его убили, а ограбил кто-нибудь другой. А что? Неожиданная версия. Очень неожиданная. Только когда я уехал, хозяин был еще жив. У меня есть свидетель. Ну да, разумеется, Кленов. Не угадал. Может быть, свидетель сам захочет высказаться? А? Ну что ж, я вынужден назвать свидетеля. Когда я уходил от хозяина, он попросил меня заехать на Ленинградский вокзал, где его ждала Ольга. И сказать ей, что поездка в Ленинград отменяется. Да это все ложь. Оля должна была уехать к маме и вообще не в Ленинград, а в Харьков. Как ты мне надоел. Ты можешь помолчать?
Когда я разыскал Ольгу, она как раз разговаривала из автомата с хозяином. Это было в 9:45. Да, это так. Ну и что тут такого? Подумаешь? Я ждала-ждала, потом позвонила. Он сказал, что поездка отменяется, и попросил приехать. А Березин отвез меня, и когда мы приехали, там уже была милиция. Значит, в 9:45 Павел Павлович был еще жив. И когда меня обвиняли в убийстве, вы это точно знали. Но если я не виновата, зачем же вы нападали на меня? А вы? Зачем на меня нападали, а? Я? На вас? Когда? Зачем вы говорили, что у Павла Павловича, таких как я, по 5 в год было? Думаете, мне это приятно было слышать? Минутку, минутку! Я совсем запутался. Так кто же убил Павла Павловича? А вы до сих пор не догадались? Федя, ты меня, конечно, извини, мы тебя все понимаем. Че это вы все понимаете? Погоди, погоди, Федя. Ольга, конечно, красивая женщина. И ты ее, конечно, любишь. Но признайся, Федя, что ты там что-то такое пронюхал, стал ревновать, и из ревности ты ухлопал хозяина, а? Это что? Погоди, что ты? Погоди. Я сам в милицию позвонил. Ну что, Федя, сам ухлопал, сам и позвонил. А чего? Мы такие сюжеты 100 раз в кино видели, а? Да погоди, Феденька, и потом ведь ты себя не назвал, Федя. Когда в милицию-то звонил, а? А это нехорошо, Феденька. Некрасиво это. Ты меня, конечно, извини, Федь. Иди ты знаешь куда, твое счастье, что у тебя рука-то сломана, а то мне так понял. Феденька, Федя, Федя, вот. Я же говорю, что он в гневе, ты кого хочешь ухлопать можешь. Так вот откуда, Федь, у твоей жены моя брошка. Ты у хозяина ее взял, убил и взял. А придумали целую историю. Хозяин подарил. Так что, Феденька, гони-ка ты наши законные 50 кусков-то. Нет, нет, тут что-то не так. Не могла Ольга нацепить эту вещь, если Федор украл ее у Павла Павловича. Да откуда Ольга могла знать, где он ее взял? Да бросьте молоть чепуху. Я уже сказала, откуда у меня эта брошка. Мне ее подарил Павел Павлович. Да если всем твоим словам верить... Погодите! Я видел эту рыбку, когда заходил к Феде просить в долг. Это было 7:00. Павел Павлович был тогда еще жив. Ну что, убедился? Ну, честно говоря, я и сама первое время думала, что Федор там что-то разузнал, но из ревности свел счеты. Ну, посмотрите на моего рохлю, а? Ну, может он совершить такой поступок? Вот посмотрите. Ну ладно, повеселились и хватит. Павел Павловича нам не воскресить, денег не вернуть. А жизнь продолжается. И следствие, между прочим, тоже. Да, и следствие действительно продолжается. Поэтому завтра же весь товар надо увезти со склада. Куда? Все ниточки были у хозяина. Ну, насчет ниточек, не ваша забота. Король умер, да здравствует королева. Мне кажется, мы сегодня достаточно пошутили. Митя, утром зайдете ко мне, и я скажу, куда везти. Я никуда ничего везти не буду. Это как понять? Я в ваших делах больше не участвую. Это-то зря. Все равно 7 бед, 1 ответ. На зарплату жить-то разучился. Научусь. Вы что, жаловаться на нас собираетесь? На кого мне жаловаться? Чем я лучше вас? Псих! Мальный! Я сам повезу рубахи, но больше такого товара
на мой склад принимать не буду. И не придется. Дела наши нужно закрывать. Заработали и хватит. А от Мерседеса Кленов придется избавиться. Почему вы тут, черт побери, командуете, а? Лидия Васильевна абсолютно права. Сейчас такое время, что человеку с вашей зарплатой надо ездить в метро, а не на Мерседесе. Открывай. Сейчас поедешь. Пока. Будь здоров. Федор, в машину. Все, все, иду. До встречи. Кого собираются рекомендовать новым директором? Константин Георгиевич знает, кого рекомендовать. А если коллектив не поддержит? Сейчас же демократия. Не будьте наивным, Борис Петрович. Садитесь. Мерседес! Поехали! Гости мои, на мое обещание, говорите мне прямо в глаза, кем предавайся. Здорово! Здравствуй. Не ожидал. Да нет, почему ожидал? Слушай, я тебе сейчас все объясню. Потом объяснять будешь. Все объяснишь. Вначале пожрать, дай чего-нибудь. А то я весь вечер вокруг дома топтался, ждал, когда твои гости разъедутся. Что с рукой-то? Да, ты понимаешь, в аварию попал. Ну, с женой вместе. Где жена? Жена в больнице. Это хорошо. Давай, проходи. Богато живешь. Дорогая? Да ну что ты, откуда? Брось, дорогая. Ты на бедность жалуешься. Это что, тоже не дорогая? Ладно, ладно. Давай, проходи. Вот оно. Ага. Гляди. Это что такое? Импортный. Ну, коньяк французский. Не уважаю. Зеркало разбилось. Это не к добру. Чего ты? Деньги где? В городе. Завтра привезу тебе твою половину. Половину? Теперь гонорар повыше будет. Из-за тебя, собака, человека убил. Деньги спрашиваю, где? Ну, я ж тебе сказал, это, в городе. Че-то опять врешь. Постой, слушай! Да что ты? Ну что ты? Да где деньги? Ну постой, ну я, ну в городе же говорю, в городе, ну! Да что ты, ну! Ну? Ну стой, ну! Ну получишь! Вот это правильно. Картину надо беречь.
Сколько здесь? Все 50. Открой. Жалко с денежками расставаться. Чего жалеть? Деньги дело наживное. Ты, давай, ешь, что ты. Можете музыку включить? Все веселее будет. Давай. А ты какую музыку-то больше любишь? Похоронный марш. Здравствуйте. Я вам, кажется, помешал? Нет. Просто решил заняться уборкой. Не суетитесь, Орлов. Не узнаете? Ведь мы знакомы. Следователь Филиппов. Постановление об обыске. Присутствие понятых. Ознакомьтесь и распишитесь. А где же ваш гость? Какой гость? Все гости давно разъехались. Пригласите понятых. Осмотрите дачу и обыщите этого гражданина. Интересно. Какой же из этих трех документов настоящий? Кто на самом деле? Орлов, Попов или Сергеев?
Лаптев? Вы Игорь Николаевич Лаптев? Ну, допустим. Вы работаете в Подольске на торговой базе. Ну, допустим, работаю. Вы-то кто? Следователь Филиппов. Ах ты, еще и засаду устроил! Спокойно. Это не он засаду устроил, а мы. Это ваш чемодан? Впервые вижу. Это его. А что в этом чемодане, гражданин Орлов? Я правильно называю вашу фамилию? Абсолютно правильно. Только вы знаете, это чемодан не мой, а его. Да-да. И что в этом чемодане, я, естественно, не знаю. Не верьте ему, гражданин следователь. Этому типу вообще ни в чем верить нельзя. Спасибо за совет. А вы давно знаете Лаптева? Простите, какого Лаптева? Того, который сидит напротив вас. Ты что вы, впервые вижу! Да нет, я вообще не понимаю. Ворвался ко мне в квартиру, устроил дебош. Ну что это? Да? Вот посмотрите на фотографии. Видите, Лаптев, с которым, как вы утверждаете, вы не знакомы, в пятницу, 9 июля, передал вам чемодан, а в нем, между прочим, крупные суммы денег. Это фотомонтаж. Посмотрите еще. Узнаете? Что я должен узнать? После аварии я был без сознания, что я должен узнавать? Совершенно верно, вы были без памяти, не знаете, что мы заглянули в ваш дипломат. Ах, вот оно что, значит, пока я был без сознания, вы... Открыли чемодан и положили мне туда 50 тысяч. Ловко. Во-первых, мы открывали его в присутствии понятых, о чем имеется соответствующий протокол. Во-вторых, если это не ваш чемодан, откуда вы знаете, что в нем именно 50 тысяч? Я правильно говорю, Лаптев? Да хватит крутить. Они все знают. Действительно, хватит. За Лаптевым мы наблюдаем давно. И знали, что он не раз передавал вам крупные суммы. Деньги вы отдавали директору вашей фабрики Павлу Павловичу Львову. И в этот вечер вы также ехали к нему и вдруг попали в аварию. И в этот день, 3 часа спустя, когда вы еще находились в больнице, был убит ваш директор. В аварию вы попали случайно, но вот директор ваш был убит отнюдь не случайно. Кому-то было известно, что именно вы увезете директору в этот вечер деньги. От кого он мог получить такие сведения? Только от вас. Ну, был этот человек, я, разумеется, не знал. Знал только, что денег он у Львова не нашел. И рано или поздно придет за деньгами к вам. Вот он пришел. Я правильно говорю, Лаптев? Лаптев, Лаптев. При чем здесь Лаптев? Он с него, спрашивайте. При чем здесь я? Я вообще в больнице лежал. В больнице? А кто меня к директору послал? Кто сказал, что в хате никого не будет? Будут деньги, хозяин уйдет. Прихожу, все наоборот. Денег нет. На меня сзади кто-то набрасывается, начинает бить головой об стол. Ну, я пепельницу схватил, стукнул. Исключительно в целях самообороны. Я же хотел, ну, чтобы все по-честному было. Лаптев, он отдает эти деньги мне, следовательно, он перед своим шефом чист. Я отдаю эти деньги Павлу Павловичу, следовательно, я тоже чист. Ну, а то, что потом эти деньги из квартиры Павла Павловича пропали, я думаю, государство от этого не пострадало бы, верно? И, кстати, как вы попали в дом? Как все люди через дверь. У вас что, были ключи? Вон он. Мне их дал. А вы, Орлов, где взяли ключи? У Лидии Васильевны в сумочке. Одолжил. И так вы везли Львову чемодан. А почему вы были уверены, что Львова потом не будет дома? Да вы понимаете, он собирался со своей дамой уехать в Ленинград на уикенд. Не мог же он взять такую сумму с собой. А откуда вы знали о поездке? Я ведь сам должен ему был привезти 2 билета. Я только не доехал до вокзала. Вот. Авария. Да, вы все предусмотрели, кроме аварии. Да ведь ездит у нас неаккуратно. Вот беда. Значит, все ваши компаньоны считают, что в 6 часов вы приезжали к Львову, чтобы подать ему деньги. Да. А на самом деле вы зачем приезжали? Ну, чтобы узнать, где деньги брать, с кем встречаться. Хозяин до последней минуты темнел. А это что за часы?
А? Кто это мне их нацепил? Ты во мои! Во, у меня сроду, а таких не было. Ну-ка, ну-ка. Дорогому Семену Орлову от коллектива. Теперь я понимаю, зачем вы хотели поджечь свою дачу. Найдут обгорелый труп, а на нем именные часы Семена Орлова. Гад! А раз гражданин Орлов сгорел, то милиции розыск объявлять не будет. Я правильно вас понял?